Сотни горожан, молодых семей будут отмечать День Конституции Республики Казахстан вселением в новые квартиры. Государственная программа «Доступное жилье» обрела конкретные формы. Ключи от квартир до 2015 года получат около 1000 карагандинцев. На улице Кузембаева праздник. Ключи от новых квартир получают 65 семей. Строители подгадали и сдали новенький пятиэтажный дом накануне празднования Дня Конституции. Двойной праздник отмечают новоселы. Точно такой же дом заселили и на улице Бирюзовой. В основном квартиры получили молодые семьи и очередники. В доме однокомнатных квартир совсем мало. В основном двух- и трехкомнатные. Описать радость получения ключей просто невозможно. Люди заранее присматривались к квартирам и решали, какую мебель завозить, в какие комнаты что поставить. Многие ждали этого момента не один и не два года. В этом году мы сдаем проспект Шахтеров 36, около 400 квартир, Шахтеров 37, около 200 квартир. И опять же Шапагат, это бывшая Бесаба, там тоже около 150 квартир, около 800 квартир мы сдадим на следующий год, это 2014-2015 года, по линии ЖСБК. По программе «Доступное жилье» строится 5 домов – 3 пятиэтажных и 2 девятиэтажных. Около 500 квартир получат очередники, молодые семьи и социально уязвимые слои населения. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.